выполнили показатели на несколько лет вперед и уже превысили среднероссийскую планку в 70% несырьевого экспорта. 1700 донских предприятий сегодня работают на внешнем рынке в 139 странах. Самое важное, что это одна является и одной составляющей компонент нацпроекта, что более 1500 компаний – это компании-экспортеры, имеющие статус малого и среднего предприятия. Ростовская область всегда славилась своим несырьевым, неэнергетическим экспортом. Она сейчас входит в десятку самых экспортно-ориентированных регионов Российской Федерации. Естественно, это один из примеров того, как область должна вести свою экономическую политику. Высокие показатели – результат комплексной работы федеральной и региональной власти. Так, на Дону не повышают налоги для бизнеса и сохраняют налоговые льготы, а значит, предприниматели экономят на издержках. Расширить экспортные возможности поможет наращивание портового потенциала. Достаточно сказать, что ставки перевалки той же сельхозпродукции, продовольствия в Ростовской области примерно вдвое ниже, чем в глубоководном порту Новороссийска. Это наше конкурентное преимущество. Мы его должны развивать. В основном за рубеж едет продовольственная группа товаров – зерно, мясо, масло. Региональные власти разрабатывают стратегию развития экспорта и планируют поднять доход в десятки раз. Например, за счет глубокой переработки зерна и сельхозпродукции. Этот проект стартует в следующем году. Олеся Слынько, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону.